Наставник Риганда выступил в защиту своего подопечного. Педро Диас подчеркнул, что его боец Гильермо Риганда не симулировал травму, когда не стал продолжать бой против Василия Ломаченко. Педро Диас, наставник Гильермо Риганда, встал на защиту своего боксера после шквала критики, обрушившейся на кубинца из-за отказа от продолжения поединка против Василия Ломаченко. Рига почувствовал дискомфорт в руке во втором раунде, и мы позволили ему продолжить бой. Возможно, он немного потерял концентрацию, не мог придерживаться тактики, которую мы разработали. Ломаченко продемонстрировал высокую эффективность, но в шестом раунде он мощно попал по нему, и тогда, оценив все с технической и конкурентной точек зрения, мы решили сняться с боя и защитить Гильермо. Наш боец не сдавался. Есть одна вещь, которую должны видеть тренеры, это внешний вид боксера, язык тела. Один взгляд на лицо спортсмена может порой рассказать больше, чем множество слов. Мы признаем, что Ломаченко – великий боец. Рига поднялся на две категории вверх, но мы не оправдываем этим поражение. Ломаченко победил. Вот что произошло. Лучше попытаться в надежде победить, чем избегать боя из-за страха поражения. Он попытал счастье в 130 фунтах, теперь он вернется в более легкий вес, чтобы доказать, что он великий боксер, приводит слова Педро Диаса Боксинсин. Ранее сообщалось о том, что Всемирная боксерская ассоциация лишит Гильермо Риганда титула чемпиона мира во втором легчайшем весе. По материалам сайта newsgra.com.